называется аддитивный. Это способ создания предмета путем добавления недостающего, а не отъема лишнего. И именно в этом состоит его интерес и счастье этого принципа. Скажем, фирма Boeing говорит о том, что деталька в самолете, прежде чем она полетит, ее нужно заготовку, из которой она сделана, уменьшить 20 раз по весу. То есть мы получаем 19 частей опилок и только одну часть деталей. Они начали работать с выращиванием, например, из нашего титана, строить для шасси, на которых летает половина самолета.